Бывший блогер покидает подъезд, чтобы роллтон закупить на обед. Он пока еще сравнительно трезв, но закуски у него уже нет. И прищурившись на солнечный свет и сжимая в кулаке 100 рублей, видит он, что снова время побед, и страна его опять всех сильней. Он еще был при Хрущеве рожден. Грустно слушает он вечный наш гимн и глядит на строй икон и знамен. Лысым черепом, тоскуя своим, вспоминает, как он жил до войны, как он кушал пармезан и хамон. Были девушки в него влюблены, и ходил повсюду Гоголем он. А потом вдруг оказался он стар для участия в гибридной войне. Перестали выдавать гонорар, и другие поднялись на волне. Он не держит под контролем процесс. Он давно уже как автор не жжет там, где раньше был накачанный пресс. Отвисает синеватый живот. Он на лавочке сидит в холодке. До него здесь не добраться ментам. Из пластиковой тары в руке отпивает он еще 40 грамм. Он мечтает сбросить набранный вес. Из груди исходит горестный вздох. По-английскому он знает лишь «ес», по-немецкому лишь «хальт энд хох». А когда-то ведь он был молодым, делал грозный и загадочный вид. У полка в районном центре на дым голым снегом он закусывал спирт. Вспоминает он Сибирь и Урал, где когда-то покорял севера. Белый иней, словно снег, словно соль, выступал. Там на лезвии его топора накрывает его мрачная злость. Очень хочется врагам дать в торец, но запястье неудачно срослось. И с тех пор он уже год не боец. Забирается обратно в нору. Сбитый летчик, маргинал, паразит. Нету места для него на перу. Его глория навеки транзит. Спасибо.